Сеть пиццерии «Луковка» с Кракиарелла – это новый взгляд на традиционный продукт. Секрет идеальной римской пиццы в сырье, рассказывают участники сочинской выставки. Главный же ингредиент – высококачественная селективная мука «Италмил», в состав которой входит столетняя закваска. Благодаря ей получается уникальное тесто в лучших итальянских традициях. Работая на нашей муке с классическим тестом, мы получаем настоящую неаполитанскую пиццу, круглую, да, как мы принято, но с настоящим хрустящим воздушным бортиком, что в Италии означает стопроцентный знак качества. Также мы используем самые лучшие ингредиенты, такие как рассольная моцарелла, пепперони, пармский окорок. Для того, чтобы получить самую вкусную пиццу, первое, это должно быть самое лучшее сырье. Сеть пиццерий «Луковка» является официальным дистрибьютором не только муки с кракиарелла, но и томатного соуса. Это уникальный и богатый по консистенции продукт с естественным ароматом свежих помидор, который в Италии получают методом смешивания томатного пюре и томатного сока. Мы хотим научить рестораторов, да, владельцев кафе, ресторанов, пиццерий, чтобы они у себя готовили потрясающую настоящую римскую пиццу и классическую пиццу с настоящей итальянской мукой. Мы хотим, чтобы качественный продукт был не только в Москве, но и в Сочи. Помимо того, что мы являемся дистрибьюторами компании, представляем муку, мы ставим полностью технологии, обучаем от и до. На своем стенде повара московской сети пиццерии «Луковка» с Кракиарелла лишь демонстрировали технологию приготовления пиццы. Но по многочисленным просьбам приготовили коронное блюдо, знаменитую римскую пиццу и для посетителей выставки. Все дегустаторы остались в восторге.